Приветствую вас, Анна. Много зависит от того, что вы хотите с этим делать. Много зависит от этого, на самом деле, потому что, ну вот, как бы, потребность во внимании, да, она естественна для любого человека. Вот, и, в общем-то, это нормально, что вы испытываете такую потребность, нормально, что вы испытываете такое желание, желание внимания, вот, это абсолютно нормально, но у этого есть одно но. Дело в том, что вопрос, какого внимания вы хотите, это, наверное, первый вопрос, вот, это, вот именно это первый вопрос, какого внимания вы хотите вообще, какое внимание вам нужно, к какому вниманию вы стремитесь, да, то это может быть. Это может быть мужское внимание, это может быть какое-то такое более глобальное внимание, вот, и прочее. То есть вот, нужно понимать, что вы имеете в виду, да? Нужно понимать, какого внимания вы хотите все-таки. Вот. Это первое, наверное, что я бы хотел сказать. И второе, это то, что в зависимости от сути, в зависимости от сути внимание, да, нужно уже направлять свою деятельность в такое русло, чтобы результат от этой деятельности был, ну, для вас ощутим. Вот. Знаете, какая штука. И вот, наверное, это такая достаточно ключевая история для удовлетворения потребности во внимании. Это очень важно. С этим не бороться, очень важно не пытаться это как-то себе подавить, очень важно не пытаться себе это подавлять, это очень важно наоборот прислушаться к себе и через как раз прислушивание к себе, да, вот, реализовывать то, что вам нужно. Это вот, наверное, такая очень важная история. Поэтому то, что вам хочется внимания к себе, это норма, но то, что вам хочется внимания, это норма. Но, тем не менее,
Нужно правильно. Ну вот, наверное, даже неправильно, а грамотно удовлетворять эту потребность. Грамотно удовлетворять потребность во внимании. Ваш потребность во внимании. Вот. А это очень важно, это очень ценно, это вообще необходимо, потому что без этого, ну, вы не сможете быть полноценным таким вот партнером для, ну, для людей, окружающих вас, образно говоря. Вот, поэтому еще раз, что я хочу сказать. Для удовлетворения потребности во внимании необходимо делать то, что вы чувствуете для себя сами значимым. Это является, ну, наверное, принципиальной историей. И тогда, если вы будете действовать так, обратная связь, которую вы будете получать от людей, она будет для вас именно такой, который соответствует вашему запросу. Вот. Но если человек не действует в соответствии с тем, что ему важно, если человек игнорирует это, то и реакция людей, соответственно, тоже происходит, ну, не удовлетворяет человека, и по принципу внимания остается тоже неудовлетворенным, к сожалению. Вот. Еще очень важный момент заключается в том, что человек может быть не уверен в себе, вот. Человек может не чувствовать как-то вот себя, человек может не верить в себя, вот. И из-за этого, может быть, еще такая вот сложность. Поэтому здесь очень важно, на мой взгляд, разобраться, из чего состоит ваша потребность во внимании, и что она из себя представляет. Вот. И дальше уже можно будет
о чем-то говорит. Вот. А дальше можно будет что-то, ну, думать куда-то, в каком-то, направлении. Вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. То, что я могу вам ответить. Вот. В целом это, ну, такой достаточно общий вопрос, потому что мы здесь говорим в том числе про пирамиду потребностей. Вот. О которой еще в прошлом веке много писалось и говорилось. Вот, ну, то есть, что что естественно для человека хотеть внимание, но очень важно, как это реализовывается. Вот. Очень важно, как это, как человек, ну, делает это. Вот. Мы здесь, на мой взгляд, очень важно как-то вот в этом направлении двигаться. Вот. В направлении как раз того, чтобы исследовать свои потребности, вот, исследовать свои желания, чтобы как раз понимать, чего именно я хочу, понимать, что именно мне нужно, вот, и уже как-то вот из этого, исходя, да, уже вот что-то делать. Ну, то есть, это вот такая важная, на мой взгляд, деталь. Важно, на мой взгляд, деталь организации личностной организации, на мой взгляд. Конечно же. А вот, в принципе, то, что я мог бы сказать вам, направив на ту небольшую информацию, которую вы предоставили, но мне почему-то показалось, что вы хотите подавить себе эту потребность внимания. Вот, я не знаю, может быть, вы мне угрозу видите, какую-то, может быть, что-то еще. На самом деле никакой угрозы в этом нет. Вот, все предельно естественно, все предельно нормально, только вот у вас может возникать тревожность по поводу того, что
вы не можете удовлетворить этот вопрос своего внимания. То есть вот не получается, да, или там постоянно не хватает. Вот, здесь, конечно, вопрос восприятия себя идет. Это очень такой важный тоже момент. Вот, момент восприятия себя. То, как я себя воспринимаю, то, как я себя вижу. Вот, и, собственно, в связи с чем я нуждаюсь во внимании. А то есть, одно дело, когда человек, естественно, нуждается во внимании, и совсем другое дело, когда человек нуждается во внимании, там, ну, к примеру, постоянно, да, что ему вот постоянно нужно подкрепление, что он хороший, что он просто в порядке, что он самый лучший и так далее. Ну, в этом случае, конечно, возникает определенные проблемы, безусловно. А вот, и в этом случае, вот если такие проблемы возникают, то, конечно, у человека появляется тревожность повышенная и все в таком духе. Вот, поэтому тут требуется коррекция, в первую очередь, наверное, отношение к себе самому, такое более ценностное, более принимающее, менее оценивающее, вот, и в большей степени, как мне, кажется, да, вот, в большей степени, в этом, на это нужно обратить ваше внимание, тогда уже, вот, ну, по крайней мере, в соответствии с тем, что я могу вам сказать, да, то есть в соответствии с тем, что я вам сказал сейчас уже. Вот, вещи тут все-таки разные, и соответственно, обращать внимание лучше тоже на непосредственно, да. Вот, в принципе, то, что я могу сказать пока что. На этом все. Давайте на этом закончим. Я думаю, пока этого, в принципе, достаточно будет. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.